Наша столица Ташкент. Какой он, древний или молодой? Можно ли определить одним словом лицо города? Новые кварталы, улицы, зеленые скверы, свидетельство братства народов, чьи посланцы возрождали Ташкент после землетрясения. Теперь он молод в своем движении, стремлении к совершенству. И вечно молоды его древние традиции. Добрая улыбка, умение радоваться гостю, принять его с открытым и чистым сердцем.